Приветствую всех, кто настроился на волну телеканала ПС. В эфире программа «В центре внимания». И сегодня наша тема скорее не злободневная, а ежедневно актуальная – утилизация мусора. Для рядового горожанина процесс максимально прост. Делаем несколько шагов до контейнерной площадки и все. Но дальше начинается самое интересное – уборка этой площадки, вывоз мусора и содержание, в конце концов, городского полигона. Насколько сильна сегодня эта коммунальная цепочка, поговорим с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Алексеем Старостиным. Алексей Юрьевич, добрый вечер. Добрый день. Итак, в этом году меняется федеральное законодательство, которое регламентирует, да, утилизацию твердых отходов. Услуга по их вывозу становится коммунальной, а эта деятельность становится лицензируемой. Что ожидать архангелогородцам вот от этих изменений? Да, действительно, у нас вносятся изменения в 89-й федеральный закон об отходах и производстве потребления. И с 1 января 2016 года вносится понятие как твердые коммунальные отходы. Вносится понятие это региональный оператор по обращению отходами. Это юридическое лицо, которое будет обязано заключить с собственниками отходов договор на их утилизацию, транспортировку и сбор. Также вводится понятие оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это тоже также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который будет обязан будет заключить договор по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и вывозу твердокоммунальных отходов. Тем не менее, в федеральном законодательстве также вводится изменение, что с 1 июля 2015 года вводится лицензирование по деятельности твердокоммунальных отходов, утилизация опасных отходов с 1 по 4 класса опасности, также сбор и транспортировка. То есть все организации, которые будут участвовать в деятельности по твердым коммунальным отходам, должны будут получить лицензии на этот вид деятельности. Но при этом у нас, как мы знаем, что у нас в 2011 году была отменена данная лицензия, то есть у нас привело к тому, что много организаций, не имея данной лицензии, нарушали, да, санитарные и по природопользованное законодательство. Надеемся, что данное лицензирование приведет к контролю этих организаций, чтобы они соблюдали все законодательство Российской Федерации. А вот оператор, который будет, он будет у каждого муниципального образования свой, да? То есть вот у Архангельска будет свой единый оператор, один? Да, то есть субъект Российской Федерации будет проводить конкурс по отбору регионального оператора, либо это будет единый по Архангельской области, либо в каждом муниципальном районе или поселении будет свой региональный оператор, который будет непосредственно заниматься этим видом деятельности. А вот сегодня в Архангельске сколько организаций, которые занимаются конкретно вывозом мусора, и почему не всегда этот мусор вывозится вовремя? То есть в чем проблема? Не хватает организаций или графики срываются? Вот здесь, в настоящее время на территории города Архангельска по вывозу, сбору и транспортировке мусора занимаются у нас 6 организаций. То есть контейнерные площадки, которые закреплены за домами, управляющие компании заключают договор с данными организациями и, соответственно, следят и контролируют график вывоза этих контейнерных площадок. Где-то есть срывы, да, действительно, срывы, переполнение этих контейнерных площадок. У нас в администрации территориальных округов подготовлены и согласованы, и подписаны, утверждены графики с управляющими компаниями по уборке и приведению в надлежащее состояние данных контейнерных площадок. То есть, если мы на территории города видим, что контейнерная площадка у нас содержится в ненадлежащем санитарном состоянии, соответственно, идет предписание данной управляющей компании, за которую закреплена, да, данный дом или за управляющей компанией, соответственно, управляющая компания должна и обязана уже принимать соответствующие меры по вывозу и приведению данной контейнерной площадки в надлежащее состояние. Ну, то есть, если мы видим, что мусор не вывозится там, да, с контейнерной площадки в течение недели, двух, больше, то есть звоним напрямую в управляющую компанию, и она в какие сроки должна вот оперативно принять меры? В тот же день. Потому что график у них по договорным отношениям согласован, график не должен быть сорван,
То есть контейнерная площадка должна быть в надлежащем санитарном состоянии. Uh-huh. А бывают такие случаи, когда управляющая компания остается без организации, которая вывозит мусор? То есть, ну, разорвали договор, да, то есть вовремя как-то муниципалитет вмешивается в этот процесс? Да, если у нас договор между управляющей компанией и организацией не заключен, то есть мы принимаем соответствующие все меры по законодательству, то есть выходим, говорим о том, что если у вас договор нет, то если нет договора, то, соответственно, привлекаем к административным правонарушениям данную управляющую компанию. Ну, если продолжать эту коммунальную цепочку, да, с утилизацией мусора, то после контейнерной площадки он вывозится на городской полигон. Как решился вопрос с функционированием нашего городского полигона и, может быть, немножко истории, что с ним все-таки было не так? Ну, да, 25 декабря у нас мэрия города и спецавтохозяйство по уборке города было подано заявление в Ломоносовский районный суд об отсрочке исполнения суда по закрытию полигона до рассмотрения частной жалобы в Ахтарском областном суде. То есть по результатам рассмотрения заявления, да, вынесено постановление Архангельским районным судом об отсрочке мэрии города Архангельска и ему спецхозяйства по исполнению решения суда по закрытию полигона до рассмотрения частной жалобы в Архангельском областном суде. В настоящее время у нас полигон действует, утилизирует и принимает все отходы, которые привозят с территории города Архангельска. Угу. Я так понимаю, что соответствие всем санпинам полигона проверено и на федеральном уровне, да, и в Москве также проверка была проведена московскими экспертами. Да, то есть у нас 31 декабря 2014 года САХ получил лицензию по осуществлению деятельности по обеззараживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности. Лицензия является бессрочной. В настоящее время также МУП спецхозяйство получило от Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Управления Роспотребнадзора по Архангельской области положительное экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии городского полигона твердобытовых отходов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Тем не менее, спецавтохозяйство у нас заказало экспертизу у Академии коммунального хозяйства Панфилова, где было подготовлено техническое заключение о оценке соответствия действующего городского полигона. Mm-hmm. Проведенный анализ состояния полигона показал, что данный объект у нас отвечает всем требованиям санитарного и природного законодательства и также является сооружением природоохранного назначения. И потенциальная вместимость данного объекта у нас позволяет продлить еще полигон сроком до 10 лет. Угу. Также хочу отметить, что в муниципалитет внесены изменения в генеральный план города Архангельска. И сейчас данный полигон у нас расположен не на территории населенного пункта, а в промышленном назначении. Ну, на сайте, например, вот мэрии Архангельска, да, можно было прочитать новости о том, что полигон является фактически межмуниципальным. Что это значит? То есть эксплуатируют его не только, скажем так, архангелогородцы, да, и из других районов, или он исключительно? Да, у нас полигон, который находится на городе Архангельске, эксплуатирует не только город Архангельск, но и также Приморский район. То есть близлежащий Приморский район, который находится в городе Архангельске, также принимает отходы с Приморского района, то есть поселений, которые находятся вблизи данного полигона. Ну, то есть оплата за эти услуги также идет и... Оплата идет, есть тариф, установленный агентством по тарифам и целом по утилизации. То есть также спецхозяйство, которое у нас эксплуатирует данный полигон, заключает договора по утилизации, и принимает отходы и утилизирует на городской свалке. И вот если вернуться к предприятию спецавтохозяйства, да, то каков ежедневный, скажем так, комплекс работ, да, который выполняет предприятие на полигоне? Что он в себя включает? Ну, спецавтохозяйство по полигону производит очень много работ в соответствии со всеми санитарными и правилами. То есть был закуплен ТЭН, который у нас размельчает, уплотняет на данную территорию. Были проведены отходы, да, уплотняют отходы, чтобы свалка существовала дольше. Проведены работы по
водоотведению, то есть дренажные каналы были, выполнены дороги, то есть у нас на свалке есть весовой контроль, где у нас приходят машины, и мы четко знаем, сколько у нас пришло на городской полигон, сколько мусора. То есть очень большой вид, много работ проведено мусор, спецхозяйством совместно с мэрией города Архангельска. Ну, то есть все нормативам так или иначе соответствует, ну, учитывая то, что и весовой контроль. В настоящее время, да. В настоящее время все мероприятия были предоставлены и Росприроднадзору, и Центру гигиены и эпидемиологии для того, чтобы они, еще раз повторю, они выдали положительное экспертное заключение, чтобы данный полигон у нас соответствует всем санитарным. А вот какова позиция мэрии по вопросу участия города в реализации концессионного так называемого соглашения по строительству межмуниципального полигона ТБО? Я так понимаю, что решение об этом соглашении перенесено на 2020 год. Да, поздние годы, да. То есть создание альтернативного полигона в городе Архангельске, это скорее всего полностью зависит от решения правительства Архангельской области. Однако до сих пор не решен вопрос, где будет строиться полигон, и, соответственно, не утверждены еще графики, да, строительства межмуниципального полигона. По итогам конкурса в октябре 2013 года между правительством Архангельской области и ЗАО управления отходами было заключено конституционное соглашение о отношении систем коммунальной структуры межмуниципальной системы переработки и утилизации ТБО. Реализация данного проекта планировалась начаться в 2015 году, но затем уже правительство Архангельской области его перенесло на 2020 год. Мэрия города неоднократно подтверждала свое принципиальное согласие по проекту строительства нового полигона ТБО на участке, оформленной собственностью города Архангельска за рекой Юрос, и возможность проведения инженерно-технологических изысканий, необходимых для процедуры выбора места размещения отходов. Хотя действующее конституционное соглашение между правительством Архангельской области и ЗАО управления отходами не предусматривает решение провинциальных важных вопросов в городе Архангельске. Это прежде всего мы предлагали внести изменения в конституционное соглашение, где бы было учтены наши предложения. Это касается строительства 4 мусороперегрузочных станций на островных и удаленных территориях города Архангельска. Мы предлагали им решить вопрос все-таки по рекультивации нынешней городской свалки. Если будет наш муниципальный полигон, то, соответственно, необходимо будет рекультивировать нашу свалку. И участие нашего предприятия в данном мероприятии, потому что спецхозяйство, оно эксплуатирует данный, ну, существующий полигон, и хотелось бы, чтобы оно поучаствовало в межмуниципальном полигоне. То есть все те предложения, которые мы озвучили, мы направили в правительство Архангельской области, но пока результата на наши письма пока нет. Ну, то есть они в ближайшем будущем наверняка появятся, то есть все-таки работа по переговорам, да, вот в этой части идет. Да, мы ведем переговоры, и, соответственно, еще раз повторюсь, то, что решение по строительству полигона, это все-таки зависит от правительства Архангельской области. Оно у нас является стороной по договору по конституционному соглашению. Тем не менее, еще могу сказать о том, что в 89-м федеральном законе тоже внесены изменения. То есть с 1 июня 2016 года полномочиями субъекта Российской Федерации будет организация, сбор, транспортировка и вывоз твердых коммунальных отходов 1-4 класса опасности. При этом муниципалитеты будут только участвовать в данной организации. То есть и все-таки конституционное соглашение, оно будет являться решением, да, вот этого федерального закона, чтобы построить именно современный новый межмуниципальный полигон. Ну, вот если подвести итог нашей беседы, мы говорили о изменениях, да, в федеральном законодательстве, не придет ли это все-таки к повышению платы за вывоз мусора, то есть в плане тарифов, что ожидать гражданам? Да, полномочиями субъекта Российской Федерации будет установление предельных тарифов на твердые коммунальные отходы. То есть у нас получается новая коммунальная услуга,
в Российской Федерации. И, соответственно, данный тариф будет рассчитан у нас агентством по тарифам и ценам правительства Архангельской области. То есть те предприятия, которые будут заниматься, они будут должны подать заявки в агентство, и агентство по тарифам и ценам будет установлено тариф на данный вид деятельности. Пока предварительно даже не могу сказать, сколько это будет, как это будет. То есть это будет все зависеть от предприятия, какую они подадут производственную инвестиционную программу агентства по тарифам и ценам. И оно дальше уже утвердит тариф для населения, сколько будет это вот стоить. Ну, будем надеяться, что размер оплаты за вывоз мусора не увеличится, а количество мусора на наших площадках, наоборот, уменьшится. Да, надеемся на это. Да. Алексей Юрьевич, благодарю, что нашли время ответить на наши вопросы. До новых интересных встреч. Спасибо. Напомню, что гостем программы «В центре внимания» был заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Алексей Старостин. Если вы получили ответы не на все вопросы и хотите продолжить тему, то ждем ваши пожелания по адресу info@ps29.ru. А я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.